Здрасте. О, Катенька, ну что, все-таки решили сделать коррекцию надбровных дуг? Или дайте-ка угадаю, подтяжка уголков рта. Нет, мне сейчас не до этой лирики. Я хочу, чтобы мне отрубили безымянный палец. В смысле? Ну, в прямом смысле. Вот этот палец возьмите и оттяпайте, только побыстрее. Ну, зачем же такие кардинальные меры? Да, он у вас не идеальной формы. Да, немного кривоват, но можно как-то скорректировать. Нет, нельзя. Его надо просто взять и отрубить. Я просто на отдых с подругами ездила без мужа и потеряла там обручальное кольцо. Поэтому я, если к Эдику приду без кольца, у меня не один, он мне сразу все пальцы отрубит. О, Господи, зачем? Чтобы меня не могли опознать под отпечатком пальцев, что непонятного. Послушайте, но можно же просто взять и все ему объяснить. Ну, послушайте, мне ему еще объяснять, почему у меня грудь вся полностью загорела. Объяснить, где кольцо, вообще не будет шансов. Проще голый в Дагестан, чем к Эдику без кольца. Что, если взять и заказать точно такое же кольцо? Такое же кольцо? Лапуля, у меня, знаешь, какие запросы к этому кольцу были? Чтобы заказать точно такое же, мне не палец. Мне надо здесь печень и почки оставить. Понимаешь? Так, послушайте, я не могу намеренно причинять человеку боль. Я не могу намеренно причинять человеку боль. Чё ты мямлишь? Да мне этот палец вообще не нужен. Мне для айфона большого и указательного пальца хватит. Нет, я не буду этого делать. Хорошо. А если этот палец начнет все время в тебя тыкать? Смотри, смотри, какой непослушный палец, ты видишь? Прекратите, за что вы делаете? Я не могу, он мне не слушается, но ты можешь его отрезать и решить проблему. Или ты что думал, мужик, что ты тут будешь всю жизнь сидеть и женщину носить, как маркером рисовать и ботокс колоть? Нет, Ванючка, вот она реальная жизнь. Руби стекло. Давай. Послушайте, ну вам же будет очень больно. Да, я должна все чувствовать. Когда я буду Эдику говорить, что палец откусила акула, все должно выглядеть очень натурально, понимаешь? Вы несете полную ахинею. Да? Ну да, ты прав. Акула, которая откусила один палец, это как-то странно. Руби по локоть. Так ты совсем ополоумела, что ли, а? Значит, она там изменяет своему мужу на курорте, а я ей руби по локоть. Хорошо устроилась. Да в том-то и дело, что я даже ни разу не изменила. Я так боялась за это кольцо, что всю первую неделю на отдыхе просто сидела в номере и держала за кольцо.